недавно я рассказывал вам о новостройке, которая вот достроилась. Я получил ключи, и которую сейчас планирую продать. Было много комментариев, но вот, ты, мол, еще кучу денег вложишь в ремонт. Сейчас покажу очень интересную фишку, то есть как делается ремонт в квартире на продажу. Ремонт весь сделан за 80 тысяч рублей, все вместе. И это такой очень минималистичный ремонт именно для продажи. То есть где... Ну, вы сами все увидите сейчас. Смотрим, что у нас вышло. Выходим. Вот так вот. Тут висят полотенца, видите? Здесь находится кухня. Вот такая красивая. Столик барный, стульчик. Там телевизор висит. Тут диван, кресло. Бра. Шкаф спрятанный, встроенный. Занавесочки. Там вид из окна, такое красивое место. Под кондиционер. Мы тут так все минимизировали, чтобы люди смогли зайти и посмотреть, но... В туалете тоже вот у нас тут зеркало, раковина, унитаз. Здесь вот дырка виртуальная, виртуальный душ. У нас тут виртуальные эти крючочки. Видите, как мы сделали. Но на самом деле, то есть это получается, но крайне экономно. Нарисовали ремонт. Именно для цели того, чтобы продать эту квартиру, но чтобы продавать ее было более привлекательно. Как считаете, работает ли такая схема? Я уверен, что сейчас найдутся комментаторы, которые уверен, знают абсолютно точно, что все это ерунда, бессмысленно, надо это все стирать. Или считаете, что сработает, что это оправдано для продажи квартиры, сделать такой минималистичный ремонт, нарисованный ремонт, чтобы продать ее подороже и побыстрее?